Всем привет! С вами Беседка. Друзья, вы очень часто спрашиваете, в какой же студии мы снимаем наши классные выпуски. И мы решили ответить вам всем одним разом. Это никакая не студия, мы снимаем все наши выпуски в магазине и культурном центре «Белые облака». «Белые облака» находятся по адресу Покровка, 4 и работают каждый день. А сегодня у нас в гостях прекрасный, нежнейший проект Алины Ростоцкой «Матильда». Давайте послушаем. Я иду по городу, вглядываюсь в лица прохожих. Все такие разные, но есть между ними что-то схожее. Что же это, что же это, что же это, что же за семью печатями в каждой душе сокрыты? Среди сотен других голосов заперты на засов и часто забыты. Внутри живет ребенок, который жаждет любви. Внутри, у меня внутри, и у тебя внутри живет ребенок. Дари ему внимание, свою заботу дари. Смотри, как расцветает который полон любви. Если к его голосу прислушивались мы бы почаще, то, принимая и любя себя, мы бы к другим стали проявлять больше участия. Приятно быть в ладу с собой, а значит и с миром в гармонии. И жить изобильно, и щедро открывая души свои недра. Слышишь, все вокруг звучит, как симфония. Внутри живет ребенок, который полон. Смотри, как расцветает внутри ребенок.
Спасибо вам большое, друзья. Очень приятно и радостно для вас сегодня играть. Давай сбежим, пахнет свежестью и тишиной. Заколдованный воздух ночной, будь со мной. Царица ночь дарит бархатный свой покров и сундук несметных даров, песен и снов. И пусть сияют для нас твои, и мир бесконечен и прост, когда я в объятиях твоих. Давай украдем эту ночь только для нас с тобой. Слова не могут помочь, когда говорит сама. Давай сбежим, обнажила плечи луна и с улыбкой смотрит на нас в этот час. Сойти с ума и войти в этот огненный шар, где с душою танцует душа.
Спасибо большое. Спасибо. Следующая песня называется «Вот так». Есть предел, и вот меня
Успокой меня, давай в тишине посидим. Успокой меня, скажи, что просвет впереди. Успокой меня, хочу увидеть снова глаза того юнца, что научил меня верить в чудеса. Успокой меня, мне снова будто нечем дышать. Успокой меня, позволь ничего не решать. Успокой меня, услышь мою немую мольбу и рядом будь. Мы сможем эту ступень перешагнуть. Успокой меня, успокой меня, успокой меня, успокой меня. Успокой меня, скажи, что просвет впереди. Успокой меня, хочу увидеть снова глаза того юнца, что научил меня верить в чудеса. Успокой меня, мне снова будто нечем дышать. Успокой меня, позволь ничего не решать. Успокой меня, услышь мою немую мольбу и рядом будь. Мы сможем эту ступень перешагнуть. Успокой меня. Успокой меня, хода-пана-фа-фа-му, успокой меня, успокой меня. Da 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 da
Алина, спасибо за этот уютный, какой-то очень нежный такой лайф. Спасибо очень тебе, приятно спасибо было. Всей команде беседки, и спасибо белым облакам. Очень уютно и очень тепло было. Ну, расскажи, как все начиналось, с чего начался проект? Ну, проект начался, наверное, с того, что, если предысторию взять, я довольно долгое время занималась джазовой музыкой и развивалась вот в этой традиции, и потом как-то почувствовала, что мне хочется больше уходить в какую-то авторскую историю. И не было вполне понятно, как именно туда попасть. Но потом вдруг начали приходить песни, именно песни, не такая музыка, к которой я привыкла, она была такая акустическая и близкая к джазу. А потом прямо резко стали приходить песни. И какое-то время у меня заняло исследовать вообще, как это может звучать в более таком современном духе, с электроникой. И так начался проект. Потихоньку стал развиваться, потихоньку нашлись люди, потихоньку стало это во что-то оформляться, в какое-то творческое высказывание. И сейчас мне очень нравится, как звучит проект, и мы готовимся к записи пластинки первой. О, здорово. А как бы ты жанр назвала? Вот я не смогла для себя определить до конца. Я назвала бы его инди-джаз. Вот так. Да, кстати, про вдохновение. Чем вот вдохновляешься? На музыку вообще, на творчество? Это может быть все, что угодно. Самое главное, чтобы был, наверное, какой-то зазор в жизни, чтобы не было слишком много беготни, слишком много дел, чтобы было свободное время на то, чтобы ходить и прислушиваться, ходить и искать вот эти вещи вокруг себя, в природе, в людях, в каких-то ситуациях, в общении. Тогда ты можешь действительно поймать вот это ощущение: «О, вот оно!» И это куда-то тебя выведет или не выведет. Это тоже нормально, это часть плана писать наброски, просто чтобы они лежали в столе. А что-то вырисовывается потом в песню, это тоже классно. Когда набирается какое-то количество набросков, обязательно возникает песня. А в чем смысл жизни? В любви. Глобально. Она может быть по-разному проявлена. Мне кажется, все любовь вообще. И музыка — любовь. И семья — любовь. И общение — любовь. И творчество — любовь. А почему так многим так часто не хватает любви? Все ее требуют. Все страдают от ее отсутствия. Мне кажется, потому что нужно дозреть до того, чтобы не искать ее вовне, а искать ее внутри и отдавать ее щедро. И если ты сам щедр, то к тебе приходит ровно столько же, насколько ты отдаешь, как я это чувствую. Иногда бывает, что у тебя нету чего отдать. И тогда можно принимать. Это тоже красиво и тоже хорошо. Иногда бывают, например, этапы, когда нужно только принимать, когда ты слаб, когда ты упал где-то, поскользнулся и лежишь там где-то в небытии, в уголочке. Тогда можно и принимать. Но в любом случае тебе отдадут столько, сколько ты сам вложил. Классная система, она самобалансирующаяся. Вот у тебя, если бы была возможность сейчас резко что-то в мире поменять, у тебя вот есть некая власть, что бы ты изменила, чтобы люди, может быть, стали счастливее, чтобы как-то лучше они жили? Мира очень хочется. Мира внутри и мира снаружи. Вот это бы я, наверное, поменяла. А почему этого не происходит? Ведь все, что мы видим, это внешнее, но у нас же какие-то внутренние вот эти процессы, из-за которых все это внешнее происходит. Что не так с людьми? Много агрессии, много непринятия другого чего-то, которое, по сути, иногда бывает охраной границ или охраной какого-то своего видения мира. И человек готов за это сражаться. Не знаю, я чувствую, что нет необходимости иногда сражаться. Можно просто быть и дать быть другим. Вот и все. А может ли музыка, ну или глобальное искусство, реально что-то менять? Потому что таких два полярных мнения. С одной стороны, что это все развлекательная индустрия, и в целом мы можем ее отрезать, и ничего не поменяется. А другие говорят, что это вот так изнутри как-то глобально может поменять человека, что все вокруг изменится.
Я думаю, что музыка может помочь измениться. Изменить она не может. Она может помочь человеку измениться, если он сам хочет что-то увидеть, что, может быть, он не хотел или не мог видеть. То есть расширяет границы восприятия, расширяет сердце человека, делает его более любящим, более добрым, более благородным внутренне. Но то, что она не может изменить, это, мне кажется, очевидно. В принципе, вся история человечества показывает, что искусство ничего, к сожалению, не меняет. Оно может только показать, к чему стремиться человеку, какой-то ориентир дать и поддерживать в этом движении к чему-то высокому, к духу высокому, к разуму высокому. А изменить нет, не может, к сожалению. Я так чувствую. Можешь назвать какие-то свои любимые произведения, которые тебя как-то вот направили в нужную сторону? Прямо вот именно произведения? Ну, какие-то, может быть, любимые конкретно. Или авторы, что-то вот. Ну, из книг последняя «К себе нежно». Я начала ее читать, еще пока не закончила, но мне очень нравится. Рекомендую. Особенно всем, кто любит себя погрызть, поругать. Это то, что до этого говорила, да? Да-да-да, как реагировать. К себе нежно — это хороший концепт, который помогает жизни немножко более с юмором и легко идти по ней. С вами была Беседка. Спасибо, что были с нами, друзья. Подписывайтесь на все наши ресурсы, поддерживайте нас по ссылочке в описании, ставьте лайки и до скорого.